Нормально? Да, ну что? Баллон? Да. 140. 140? 130, 120, 120. А чего не надо? 10초 동안 계속 러시아를 했는데. 그만. Я сейчас смотрю этот отчан. Хочется спать. Это красиво. Европейские бабушки, дедушки, туристы всегда спрашивают, ты из Японии? Я говорю, я из Южной Кореи. Пошла в площадь и встретились с подписчиками. Это мне так всегда приятно, когда подписчики дружатся друг с другом. Потом мы пошли с Юном посмотреть базар и посмотреть, что купить. Базар очень красивый, говоря, в этом базаре 1000 лет. Раньше караваны, верблюди ходили здесь. В базаре цена такая же в Корее. И сколько туристов тогда, я не представляю, насколько они богатые. Да, спасибо. Просто мы хотели купить этот ковер. 700 долларов. А обычно так дорого? Нет. Не дорого? Блин, мы долго искали. Сколько возьмете? Вот такой. Это самый маленький, да? Да, да. Это. 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 Мои защитники. Просто они видят, что иностранцы, они ставят цену высокую. Дорого, да? 300 тысяч, это дорого, да? Да. Конечно, дорого. А вот наши торгуются, торгуются по низкой цене. Я пойду поближе поищу, чтобы они вас не видели. Хорошо. Они у них Гамбурге먼저 찾아준대. Когда мы выходили, мы же сказали, что может посмотрим другие места. Он говорит, ну-ка, они же покупали. Говорят, пусть купят тут, говорит. Ну, мы посмотрим. Конечно, надо посмотреть, да. В Узбекистане, особенно в Бухаре, обязательно нужно торговаться. Да. Вот такой нам сказали 700 долларов. И считал, чтобы нас не видели. Видимо, они что-то нашли и зовут нас. Это половина цены. Обидно. Вы? Пить туристам. О? 15,000. Пока чеки 3,000. 3,500. Давайте вот это. Вас устраивает эта цена? Да. Нормально? Да, ну что? Баллон. Вы красивый. Вы красивый. Я говорю, я разумею. А, ты трудно думаешь, когда мы варто когда мы. 135. Окей. Это слишком много нулей, мы не можем хорошо читать. Спасибо, Рахмай. Это Бухари правильно водили? Да, это точно работает. Я говорю, мне ходит он, где? Они говорят, что он 100% ушел, нет? Некоторые есть. Некоторые есть, да. Последний маленький ковер. Можем найти? Да, конечно. Вот очень маленький, вот такой. 700 долларов, это слишком много. 700 долларов, 700. Я делаю, да, я делаю вот такое. $600, 6 миллионов.
Да, ну я думаю, без разницы. Иногда пора дружи делать. Давайте я буду скрываться. Всегда ручная работа, Тут нет ручной работы. О, базар. Ребята, тут обязательно надо с кем-то приехать. Не одна. Да. Ручная работа, поэтому так дорого. 3 миллиона, говорят. 3 миллиона? А это как открывать? Не откроется? Нет, это как-то... Секрет? Работает, не работает. Секрет. Смотрите. Вы сами рисовали? Да. Сама? Сам? Да. Галерея. Молодец. Тоже очень красиво. Это сколько? А это что? Чапуль? Гапарманги. Они уже знали, они говорят, вы сказали им не говорить. Это ручная работа. Тоже? Да. Это правда? Да. Ой-ой-ой. Красиво. $6? Да, это $10. А, сада. Если она... Это какой фрукт? Это гранат. Это гранат. Натуральные расцветки, все. Да. Это проблем. Да, это шелк, его окрашивают прям гранатом, прям фруктами. Такой цвет дает. Серьезно? Да. 우리가 그 테이블에다 강 있는 테이블을 할 거잖아요. 아니, 이거 다 걸어놓은 거 있잖아. Эти ящиками, да. Гранат часто кушаете? Да. Вот папа очень любит. Зимой мы всегда чистим для него. Да, всегда. Это гранат. Это гранат. Это как кушать? Просто открывать, да? Почему? А горошку убирать? Вот это. Да, тут можете собрать. Поклей можно. Его вышки улетели. Хайца? Да? Да. У нас очень классно. А, это очень вкусно. 이거 это можно на тёп? Да, потом косточки можно будет. Ей вещи на кабайды. Дайте мы вам почистим. Каштан, у нас ухмели, он мы шмели каштан. Каштан. Как вам понравилось? Юрпе, как бы. Мажете зубы? Боль зубов уходит. Серьезно? Вот это кожа, у тебя же есть белая кожа? Да, кожа. Да. Она корневая. Это магия, да? Это у нас от бабушки на вот. Вот, 이걸 먹은 다음에 씨만 여기다 뱉는 거야. 씨를? 아니, 그러니까 이거 어떻게 먹냐면 먹은 다음에 물만. 왜 또 집 앞으로 오게? Приете? Косточки можно выбросить. Это прямо как сок. Да, да. Переварение. Да? Да. Очень вкусно. Ой, ты вас устраивает? Да, устраивает. Можно я вам это куплю? Спасибо, дорогие. Нет. А? Не Когда вы в октябре придете, к нам приходите. Хорошо, обязательно. Когда вы даете, не турическую цену. Хорошо? Да. А думаю, надо 10 минут кисло, вообще обратно. Он не понимает. Ну, его зовут Мухаммед. Очень худой. Это... Потолстейте сразу. Потолстейте просто. Поэтому я быстро выезжаю, чтобы не потолстеть. Саболи! Пока! Ой, очень... Я буду все помнить. Я была тупая. У меня есть такие добрые, самые любимые подписчики. И я купила... Турецкие тени. Что я делала? Дура.
приходите домой. По дороге встретилась с подписчицей, поэтому мы пошли вместе с ней ужинать.